Будет продолжение или нет, зависит только от тебя. Ставь лайк и подписывайся на этот канал. Сериал «Школа нубов» представляет. Рият, приветик. Здорово. Слушай, а кто все эти люди? Почему они ко мне пришли? А это новички, которые пришли к тебе в школу учиться. Так, ребята, все построились. Все до единого построились. Даю вам ровно 15 секунд. Вроде все. Кем ты, ног? Рият, убей его. Ребята, вы все пришли в эту школу, чтобы стать таким про, как я. Я знаю, что это будет непросто, но я думаю, что у каждого из вас это выйдет. Самое главное – вера в себя. Хейзинг, расскажи что-то о себе, где ты воевал и какая твоя цель. Меня зовут Жандос, воевал я в Таиланде, получил 3 пуля в ногу. И моя цель стать про, как ты. Молодец, похвально, похвально. Чемпион, выйди ко мне. Расскажи что-то о себе. Какое твое любимое оружие? Мое любимое оружие П-90. Сколько тебе лет? Мне 15 лет. Какое твое настоящее имя? Мое настоящее имя Максим. Хорошо, иди обратно в строй. Инзетоп, подойди ко мне. Какая твоя цель? Инзетоп, какая твоя цель? Зачем ты пришел сюда? Я пришел в эту школу, чтобы стать нубом, как ты. Не понял, ну повтори. Повтори. Ну, я пришел в школу стать нубом, как ты. Рият, ты где? Ты знаешь, что с ним делать? Прямо сейчас вам всем надо пройти нелегкое испытание, а именно посвящение, чтобы пройти в мою школу. И один из вас умрет. Прямо сейчас вы все будете драться, даже не драться, даже воевать против меня. Все разбежались, все заняли позиции. Ну что же, я думаю, что можем уже начинать. Поехали. Так, так, так. Неплохо, неплохо. Все, все, стоять. Все. Мы убили одного. Пока что крови хватит. Все обратно построились. Даем ровно 15 секунд. Ну что же, рад приветствовать всех в моей школе. Прямо сейчас мы проверим, на что вы способны. Поделитесь на две команды. Команда синих и команда красных. Команда синих, идите налево. Команда красных, идите направо. Как только я отсчитаю до 5, вы можете начинать воевать. Возьмите оружие в руки. 1, 2, 3, 4, 5. Все, можете воевать. Мы посмотрим, на что вы способны. Все, все обратно к стене. Команда синих оказалась сильнее. Вы должны понимать, что это всего лишь были не настоящие патроны. Если бы это была настоящая война, команды красных просто не было бы. Так что команда красных, вам предстоит долгое обучение, чтобы стать таким про, как я. Нам надо тренировать нашу силу воли. Все повторяем за мной. Я про. Я про. Я про. Я про. Громче. Я про. Я про. Я про. Громче и быстрее. Я про. 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 Молодцы. Молодцы. Вы прошли первый уровень в моей школе.
Ну мы же школьники. Уважаемые игроки... Блин, не, как дебил какой-то, не, давайте заново. Кент, ты нуб. Рият, убей его. А кто это сказал-то? Блин, не, давайте заново. Не, чуваки, надо заново. Кто это сказал? Не, ну это какой-то трэш. Скажите. Да это сказал вот этот, как это? In the top, я. In the top, да. Не, давайте заново, пацаны, ну как-то слишком уже ор. Давайте заново, Рият, идем. Давайте, пацаны, бегайте, бегайте. Рият, приветик. Ну ты чё завис, блин? Ну ты говоришь привет, потом я тебя спрошу, просто давай заново. Так, слышишь, ты не прыгай. Кент, ты нуб. Рият, убей его. Ребята, я вас... Ну кто это? Ну блин, ну чё это? Никитос 1-2-3, слышь? Ты всё испортил. Ты чё там выбежал? Мы все построились. О май гад, чуваки, вообще давайте заново. Ребята, вы все сюда пришли по одной простой причине. Вы хотите, ну... Слышь, чуваки, блин, ну кто это? Чё это за дебил он выбежал сюда? Расскажи о себе. Ой, блин, я случайно. Да я случайно сейчас, давайте заново.